Всем привет, с вами Nightmelon, и это краткий обзор на игру Sonic Jump для RSG. Это главное меню игры, здесь можно выбрать историю для аркаду, зайти в настройки, посмотреть достижения, или купить что-нибудь в магазине. На настройках ничего интересного, кроме звука, подключения к Фейсбуку и Твиттеру, ну и также забирание предметов из Apple Store, если вы решили поиграть на другом устройстве. Вот магазин, здесь можно покупать кольца за настоящие деньги, персонажей уже за внутриигровые кольца. И усиление тоже за кольца. Ну, достижений тут всего 13. Что-то вроде убейте Эггмана, пройдите несколько миссий и тому подобное. Но это режим истории. Здесь всего 11 шагов в каждой зоне и по одному боссу. Здесь пока что 3 зоны. Написано, скоро добавят еще одну. Надеюсь, это будет не последнее. Но я случайно зашла в один раунд. Ну, давайте что ли в него сыграем. В игре присутствует двойной прыжок, красные звездочки, ну и, конечно, мобы. Как же без них? В отличие от двух джампов, монстров нужно убивать снизу. Иначе у вас снимут все кольца, ну или жизнь, если колец уже не осталось. Здесь, как в Sonic Jump 1 и Sonic Jump 2, есть шипы, ну, разрушающиеся платформы, само собой, и трамплины. Ну вот финал уровня обозначен таким автоматом. Не знаю, как он называется, честно. Вот также здесь есть ранги. О, А. Самый максимальный ранг здесь это S. Вот. Также в игре есть миссии и уровни. Ну, за каждую миссию дается определенное количество медалек. И на каждом уровне свое количество получения. Ну вот, это был режим аркады и режим истории. Вот режим аркады. Здесь тоже также 3 зоны. Ну, чтобы открыть следующий, нужно проходить боссов в игре. Эггмана перевели, конечно, как человек-яйцо. Наверное, промпт помог. Ну, режим аркады выглядит примерно как Noodle Jump. Тоже нужно просто прыгать вверх, прыгать вверх, прыгать вверх, прыгать вверх. Ну, вы поняли. Здесь есть банковские сейвы, чтобы сложить уже накопленные за игру кольца в банк, чтобы мобы не смогли их у нас отнять. Ну ладно, лучше умереть. Вот, наконец-то. Чего они радуются, я же умер. Ну, это был краткий обзор на Sonic Jump. С вами была Nightmelon, всем пока.